Друзья, всем привет! Мы находимся в заповеднике Большой Утриш. Сегодня 11 августа 2018 года. И мы вчера вечером, ориентировочно около 9 вечера, приехали, спустились на это место. Ночью был ураганный ветер. Палатки у нас летали, но выдержали. Летало здесь все. Ветер до сих пор дует очень сильный. Но отлично все произошло. Наши палатки не улетели. Все здорово. Почему мы находимся здесь? Потому что сегодня у нас два именинника. Моя жена Марина и мой друг Женя. Сейчас они пошли за вещами, которые мы не успели вчера перенести. Принесут их сюда. И мы начнем праздновать. Что мы здесь делаем? Отдыхаем. Правильно. Отдыхаем и поздравляем наших двух именинников. Мою жену Марину и моего друга Евгения. Итак, поздравления. Андрюха, музыку. Торжественно вручаем тебе ходилки. Так. Выпросила все-таки. Ну, чтобы тебе помогал носить, это твой любимый муж. Вот это да! Сюда примери. Ну вот это я понимаю. А я вчера ходил их обнюхивал в Краснодаре. Вот это подарок. Вот это бомба. Ура! Подожди, еще не все. Подожди. Короче, я ходила на охоту. Била енота. О! Это не тот енот, который в фильме был. Можешь туда положить, будь осторожна это. Вот, а тебе спать не на чем сегодня было. На хвостике. Не, могу пакетик отдать. Ой, класс. Здорово, здорово, ребята, здорово. Спасибо. Ну, а теперь у нас второе именинник. Второму имениннику будет подарок потяжелее, потому что он проходит тест-драйв. Сейчас мы его оценим, а содержимое мы проверим, прошло тест-драйв или нет. Ну, ёжик из кустов. Уходи. Что свои сокровища? А, нифига себе! Класс! Это у нас... Что такое? 20 литров! Полезного груза! Это у нас сумка-холодильник! Ура, товарищи! Холодильник нам очень нужен. Доброго рождения! Спасибо! Это от нас. Замечательно. Ну, сейчас там... Готовку тебе вручаешь! О, вот это вообще бомба. Жека, ты лучший. Убьешь енота, чтоб не пропал в холодильник. Да. Это, друзья, Женя от нас. Это чтобы в вашем доме всегда светил свет. О, класс. Ну, да. Это чтобы в вашем доме всегда была вода. Ну, можно пиво. И другие полезные напитки. Да. Горит. А это чтобы в вашем доме всегда был газ. Там кнопочка. Класс, спасибо. Ну вот. Итак, друзья, пьем. Салют вечером, да? Да. У нас вот салюты есть еще. Ира, это салют твой. Будет вечером. Счастливый обладатель винтовки фирмы Камо. Камо. Италия. Тень. Шадоу. Стреляем в мишени.
За этим забором, друзья, никого нет. Все проверено в радиусе 1,5 километра поисковым прибором. Есть! Вот она, дырочка. Отличный выстрел. Пристреляли мы винтовочку. Все прекрасно. Ну, вы довольны, сэр? Безумно. Безумно счастлив. Ну, друзья, я вам могу сказать, что здесь 15 метров. Винтовка работает отлично. Сегодня, друзья, у нас шторм. Поэтому на море корабли вообще не ходят. Ни один корабль не ходит. Ветер дует с берега. Если видно, вон барашки. Далеко-далеко в море. Волны нет, потому что ветер дует с берега. Море очень чистое и прозрачное, классное. Так, дорогие друзья, мы идем купаться. Ура! Купаться в наичистейшее море.